Президент России Владимир Путин провел пленарное заседание ВЭФ-2024. Сессия началась со вступительного слова. Глава государства отметил, что Дальний Восток – это стратегически важный регион для развития России и установления ее позиции в мире. Как вы знаете, мы определили развитие Дальнего Востока, и вот наша ведущая Александра сейчас сказала об этом в качестве национального приоритета на весь 21 век. Важность, правильность этого решения подтвердила сама жизнь. Вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время, и те объективные тенденции, а это самое главное, которые набирают силу в мировой экономике. Тогда основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития все больше переориентируются на восток и глобальный юг. От того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны. Глава государства, среди прочего, поручил правительству вместе с крупными энергокомпаниями, деловыми кругами подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке. Рассказал о развитии автотранспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока, о первой международной территории опережающего развития в Приморье. Президент также заявил, что на Дальнем Востоке может появиться новый глубоководный порт с участием белорусских и китайских компаний. Анонсировал строительство второй очереди кампуса ДВФУ во Владивостоке. Поддержал Владимир Путин и сохранение ставок в 2% годовых для дальневосточной ипотеки.